Со своей стороны, Казахстан, ну, в качестве такого первого серьезного шага завершил ремонт строительства нового здания, в которое до конца года, в начале следующего года должны переехать все агентства ООН, которые расположены в Алматы. В настоящее время они базируются в двух зданиях, на Тулеби 67, здание бывшего ЦК Комсомола, и небольшое историческое здание на Амангельды улице. Там находится офис Эскато в Алматы. И вот в новом здании, которое расположено на Байзакова 303, это вот на Байзакова и Бухар-Жырау примерно, там акимат города практически завершил все ремонтные работы. Это будет здание, отвечающее самым современным требованиям дизайна, безопасности, экологии. Причем это требования, которые были объяснены нам, доведены до нас ООНовцами. Да? То есть это единые стандарты ООН. И акимат, подрядчики, которые были привлечены для проведения их работ, полностью соблюдали эти требования в ходе работ. И 23 октября, буквально накануне Дня ООН, была проведена официальная презентация нового здания, то есть оно практически готово к заезду сотрудников ООН. Значит, в мероприятии 23 октября принял участие аким города Бауыржан Байбек, руководство Министерства иностранных дел, заместитель министра господин Ашыкбаев, а также руководители некоторых региональных офисов тех агентств, которые будут переезжать туда. То есть это как раз приехали руководители из штаб-квартир ЮНИСЕФ, ВОЗ. То есть... Ну, нашему акиму МИДовская тематика достаточно близка, учитывая его достаточно большой опыт работы в МИДе и в заграничных учреждениях. То есть вклад Казахстана и Алматы в развитие алматинского хаба – это, собственно, вот это новое современное здание. Именно так. То есть это, ну, достаточно большие средства были выделены для проведения ремонта. И мы надеемся, что вот на базе этого здания и будет создан де юре вот этот региональный хаб ООН. Возвращаясь вот к продвижению этой инициативы, видимо, для того, чтобы принять решение о создании такого хаба, должны быть пройдены все соответствующие процедуры в рамках ООН. И окончательное решение, видимо, будет принято Генеральной Ассамблеей. Угу. Ну, это процесс... Ну, то есть это в рамках создания новой структуры ООН получится. Точно так, да. Поэтому эту идею мы будем продвигать совместно с нашими центральноазиатскими соседями. То есть с ними сейчас тоже работа ведется, чтобы объяснить преимущества создания этого хаба для них, в первую очередь, потому что это агентство, которое будет работать, ну, будем говорить, на благо наших центральноазиатских соседей. Вот. И основными сферами работы этого хаба предполагается, что станут, ну, во-первых, содействие реализации целей устойчивого развития, то есть это практически все агентства и так должны этим заниматься и активно занимаются. Другим направлением может стать оказание гуманитарной помощи странам региона в случае необходимости, предупреждение и снижение риска стихийных бедствий тоже может стать таким компонентом работы хаба. Извините. Да. Вот. И мы намерены продвигать теперь вот, собственно, создание вот этого регионального хаба как института в рамках ООН.